Мне нужно сюда два человека. Так, уже есть один. Ну, пошли. Дорогу молодым. Как тебя зовут? А тебя? Арей. Арей? Интересное имя, хорошо. Итак, ребята, ваша задача в течение одной минуты перечислить любые названия, которые у нас вкусняшки продаются нашим тренерам. Готовы? Да? Итак, начнем с тебя, давай. Пирог. Пицца потом. Пицца готовить, рулетка. Порто-Рико. Рулетка и торты, потом пирог с курицей, пицца. Как много ты знаешь. Ну хорошо, что там Арей скажет? Пирожное, тирамису, печеньки, ромашка, ну или цветочек. Ну, так. Давай. Коктейли, молочные, шоколадные, лесная ягода, вот, пицца с грибами. Все понятно. Ну, на самом деле, вы оба достойны уважения, молодцы. Видно, что вы часто посещаете Кремль, да? Вот такие вот вам вкусняшные мини-призы. Это тебе, держи. А это тебе. Сегодня у нас самый активный. Вторая коробочка с печенюшками твоя.